Это давеча, и мы продолжаем. За травму на льду придется заплатить. В декабре прошлого года пожилая женщина упала на автобусной остановке около городской администрации на улице Воровского. У пострадавшей диагностировали сложный перелом руки. Кировчанка до сих пор проходит лечение. На ее защиту встали прокуроры. Выяснилось, виноват подрядчик. Он должен выплатить женщине 500 тысяч рублей. Выясняя причины и условия, прокуратура установила факт наличия наледи на остановке общественного транспорта в результате некачественной уборки городского пространства. Защищая права и интересы потерпевшей, прокуратура обратилась с иском в суд с требованием о взыскании в пользу данной женщины компенсации причиненного морального вреда.